вчера решили ехать в Крым. Сели уже, тронулись, отъехали, вернулись, решили Басю взять, нашу собаку. Поехали. Что за ночь? Что, травы не наелся? Что, уже уговорила, что теперь? На, уговорили. Ну, ну поехали. Трассе мы в том году ездили, а теперь это, проехали мы тот поворот и уже недалеко от Симферополя, вот по дороге нам попалась белая скала. Сейчас подъедем туда поближе, поснимаем. Точно, прямо здесь снимали, да? Какой? Всадник без головы. Вот, Людмила говорит, здесь снимали фильм «Всадник без головы». А не скажете, как поближе подъехать? Ага, спасибо. Спасибо. Наконец-таки в Симферополь. Очень долго ехали, уже проехали 484 километра. Людмила пошла купить самсы. Местная какая-то тандырная самса.
уже кушать хочется, устали. Ну, еще ехать, не знаю, мы первый раз по этой дороге едем. Сейчас через почти 2 километра будет кольцо, и налево уходим, и на Алушту. Не знаю, или опять с Алушты будем возвращаться как бы назад по берегу моря в сторону Малореченска, где мы в прошлом году отдыхали. Думаю, опять может к тем хозяевам попытаться или новое жилье найти. Не знаю, посмотрим по ходу. Ну, Людмила купила самсы, а может и не самсы. И что ты купила? Вот, самса. Это самса такая? Такая. Пирожок. Что-то я не пойму, что это за самса такая. Такая. Ну ладно, будем есть самсу, пробовать. И ехать на ходу будем кушать. Все, вперед. Вот на выезде Симферополя вот такая стройка идет, мечети. Вдали виднеется Алушта, наконец-таки. Это море впереди, по бокам горы. Море, море. Так, все, давай, едь нормально, перестань снимать. Здрасте. А чё почём? А сколько вас человек? Двое. Двое, на сколько вы суток? На 5. Прекрасно. Значит, вы хотите... 1200 номер со всеми удобствами. Готовить можно, да? Вот кухня здесь. Вот. Посуда. Вот. Да, все есть. А спуск к морю? Спуск к морю можно мимо пансионатика, прям там ступеньки идут. Можно вот сюда, на городской пляж. У нас такая набережная. Ну, на городской... Нет, там я был. А, мы в прошлом году тут отдыхали, только мы не доехали. У нас там улочка была, ну, минута ходьбы. Так. По прямой. Ну, из города. А здесь по приступочкам не устроит вас это или устроит? Ну, не знаю, сейчас. Послушайте, сейчас мы хозяина вызовем, вы посмотрите. У нас много вариантов, мы с вас денег не берем. Вот. Мы здесь каждый год сидим. Сейчас позвать хозяина? Конечно. Мы же это курируем все. Жилье у нас очень у всех хорошее. А, кстати, вино хотите домашнее? А мы не пьющие. Ой, какие вы молодцы. С собой потом придем. Мы уже прямиком собрались опять туда ехать. Сейчас в одно место заехали, там до моря 400 метров, далеко. Блин. Конечно. Пока скупаешься, когда идешь, скупаешься так назад опять. Так мы вам можем, слышите, мы вам можем вообще ноги будете. А здесь самое, тишина и порядок. Это ваш персональный пляж. И у нас еще собачка. А как, да какая разница? А большая? Такая вот. А, ну ничего страшного. 15. А народу много живет? Здесь всего 16 номеров, но все отдельно. Все отдельно. Машина во двор заманете. В том году жили, там прям заросли, тень, все. И никого не видели вообще. Вот. Если вы хотите такой вариант, вот здесь вот выше. Не хотят. Это уже далеко. Правильно. Мы хотим вот это. Если вы хотите тишину, то тишина только здесь. Там вот, где до моря буквально... Не, ну где мы жили, там тишина. Нет. Там тупиковая улочка, она прямиком на городской пляж. И идем, и она прям в тупик упирается. А у них двор выходит на вот эту дорогу еще. И там парк, и в магазин. Ну, вы такие рады, что мы все в России. Здравствуйте. Как это вы мимо нас проскочили? Что ты там садила? Вы просто, Занька, значит, это вы укачали. Подожди. Там занято все. Девушка, послушайте внимательно. Мы курируем это все, мы с вас денег не берем. Мы сейчас вам вариант один покажем. Вы сейчас посмотрите, да. Давай вот. Машину закроем. Только я смотрю, она тоже девочка из Балова на катке. По приступочкам вы не хотите ходить, да? Нет, конечно, обещаешь, так как пляж на Малореченске. А у них вот тут где-то... Нет, здесь вот так же. Ну, нам там не нравится. Мы там, мы уходили туда на скалы. В общем, то, что предложили здесь, нам не понравилось. А это место снято с соседнего поселка, где мы останавливались перед этим.
Здесь вид вроде бы красивый. Посмотрели тоже одну из гостиниц. Спуск к морю крутой, далековато, где-то метров 400. И мы решили все-таки поехать на старое место, где мы останавливались в прошлом году. Поехали на то место, где были в прошлом году. Попробуем, попытаем здесь счастье. Может, есть места. Здрасте. Здравствуйте. Вы нас узнали? Да. Я вас узнала быстрее, чем вас. Да. Володя. Да, да, Володя. Да, Людмила. Людмила. Ну, ты видишь, мужчины я быстрее запоминаю. Почему-то. Особенно симпатичные. Само собой.